делаешь не напрасно. Анжелику Баранову называют русская Рапунцель. Длина ее волос 155 сантиметров, это при росте 160. Лишь раз в жизни в 5 лет родители подровняли ей кончики. После этого ни разу волосы девушка не стригла. Вес волос около 2,5 килограммов. Родители меня отговаривали в детстве состригать волосы, потому что, наверное, они... Им нравились мои волосы, потому что они уже с детства были какие-то густые, вот, красивые. И у меня была предрасположенность отрастить их очень длинными. Обычно Анжелика собирает волосы просто в косу. Это занимает около 15 минут. Если делать прическу сложнее, уйти может до 2 часов. Девушка не только не стрижет локоны, но и никогда их не красила. Уход за волосами, впрочем, самый простой. Как я мою волосы? Сначала намачиваю их, наношу шампунь, спениваю его, делаю массаж головы, смываю теплой водой, наношу маску, которая идет к этому шампуню, по всей длине, уделяю особое внимание кончикам волос. И посмотрите, какой эффект. 5 лет назад Анжелика победила в конкурсе «Русская коса». Призами были не только средства для ухода за волосами, но и квартира в Москве. Но девушка по-прежнему живет в Братске с мужем и 7-летним сыном и мечтает о дочке. Ей волосы тоже стричь не будут. Сейчас коса для девушки стала основным источником дохода. Ей поступают предложения прорекламировать шампуни и другие средства для волос. Максимальный гонорар, который она получила за месяц – 80 тысяч рублей. Но Анжелика иногда отказывает рекламодателям. Сначала проверяет все средства на себе.